Нашей телекомпании удалось получить официальный комментарий о судьбе новостроек в Волжском районе. Чиновник, курирующий данный вопрос, Валерий Сараев, сообщил, что вопрос с переносом локаторов все еще не завершен. А других вариантов решения проблемы не имеется. Вслед за данным комментарием высказался и прокурор области. Он также сообщил, что наказывать за произвол в этом вопросе некого. Напомню, речь идет о двух многоэтажках фирмы «Новострой» в поселке Юбилейный. Постройки мешают полетам самолетов, перекрывая зону действия локатора аэропорта. А поэтому суд постановил их снести. Одна из 200 дольщиц пыталась протестовать решение районного суда вышестоящей инстанции. Но областной суд оставил решение о сносе многоэтажек в силе. Складывается странная ситуация, потому что во время недавнего визита в Саратов глава Росавиации Александр Нерадько заверил, что сноса не будет. На новом аэродроме в Сабуровке построят новый радиолокатор, и дольщикам просто надо немного потерпеть. Заместитель председателя регионального правительства Валерий Сараев знает о том, что решение суда о сносе домов остается в силе, но попыток его отменить не предпринимают. Сейчас мы рассматриваем все возможные действия, которые мы можем предпринять для того, чтобы дома эти остались и дольщики получили свои квартиры. Но вот поконкретнее названо одно, это выделение из строительства в первую очередь строительства локаторной станции. Других пока решений нет.